Рыбакит, папа рисует. Привет, я Ваня, давай нарисуем сегодня веселый пакетик чая. Это просто и весело. Я не часто рисую чай, и пакетики тоже. Пакетик выглядит мой вот так. Он такой обычный квадратный пакетик чая. Вот такой. Здесь у него крепилка для веревочки, а сам чай вот здесь находится. Такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот он, чай здесь находится, я его раскрашу коричневым. Он у меня жмурится и улыбается. Мой пакетик очень веселый. Он прям расставил ручки, мультяшный пакетик, ножки в стороны и веселый. А почему веселый? Потому что наступило лето, и он любит лето. И я люблю лето. И предлагаю тебе рисовать со мной такие простые рисуночки. Все лето. И здесь можно еще одно сердечко нарисовать. Очень просто, правда, это нарисовать. Раскрасим наш пакетик. Я раскрашу его разными цветами. Здесь он у меня будет бежевый такой, такой телесный цвет я найду. Возьму и раскрашу масляной пастелью. Здесь, здесь тоже такой нежно-нежный такой чай. А зато вот здесь он будет у меня коричневый, такой яркий-яркий коричневый цвет. Я найду его и покрашу ярким. Ой, сломался, ничего страшного. У меня есть еще один коричневый. И покрашу его ярко-ярко-коричневым, такой коричневый чай. Наверное, черный. Красим. Отлично получается. И теперь можно добавить красного. Красного берем красный и добавляем здесь ротик. Он красный. Отлично. Здесь красненькое. И можно еще, например, оранжевого добавить вот здесь немножко. И можно серенького, сереньким тень. Он такой веселый пакетик. Веселится и радуется. Лето, простые рисунки будут продолжаться, ребят. Приходите каждый день, что-то рисуйте. На моем канале много-много будет появляться рисунков летом. Я не хочу вас оставлять и хочу побольше порисовать, потому что у ребят свободного времени много. И почему бы летом не порисовать веселые рисунки, простые. А если у вас что-то получилось классное и вообще что-то получилось, обязательно присылайте в группу ВКонтакте или в Инстаграм Рыбакит Пап Рисует. Меня легко найти и прислать ваши работы. Спасибо и до новых встреч!